Всем привет, меня зовут Карина, это мое второе видео в рубрике Cooking. Сегодня мы с вами будем готовить шарлотку с яблоками. Надеюсь, вам это видео понравится, и мы начинаем! Для приготовления шарлотки нам понадобятся, естественно, яблоки и емкость. Следующий ингредиент, который нам понадобится, это 5 куриных яиц. Обычная пшеничная мука, сахар и пищевая сода. Для начала мы должны почистить яблоки. У нас должно получиться вот так. После мы аккуратно нарезаем наши яблоки. После того, как мы порезали наши яблоки, мы должны взять полстакана сахара и засыпать и тщательно перемешать. Потом мы берем с вами емкость и разбиваем туда ровно 5 яиц. Когда мы разбили туда яйца, мы должны взять 1,5 стакана сахара и высыпать яйца. После мы должны тщательно это все смешать блендером. А если нету блендера, то мы должны размешать это все ложкой. И у нас должна получиться однородная масса. Потом мы постепенно, заново мешая, добавляем туда 1 стакан муки. Когда у нас пена сядет, у нас должна получиться вот такая вот однородная масса. Потом мы берем соду и разбавляем ее с уксусом, после добавляем в нашу емкость. Потом мы ставим духовку нагреваться и ставим ее на 180 градусов. Потом мы на форму высыпаем сначала яблоки с помощью специальной бумаги и формочки для нашей шарлотки, а потом заливаем это все специальной жидкостью, которую мы делали с вами. Ставим духовку ровно на полчаса. Вот такая вот красивая шарлотка у нас получилась. Всем приятного аппетита. Пока-пока.